закончила я еще один лист у белого, букет белых роз от золотого руна. И показываю вам, что получилось, свой отчет. Лист. Вот здесь я не дошила, здесь идет полукрестик. И ну, не захотела я из этого маленького кусочка ниточку начинать, что потом уже в следующем листе ее добью. Этот участочек. И вот здесь вот тоже чуть-чуть. Этот символ только здесь. И дальше будет там продолжение, поэтому я потом доделаю. Вот что у меня получилось. Фон, конечно, с этой стороны, вот видите, здесь как-то он поспокойнее такой. Полегче вышивается. Здесь, конечно, намесили уже сколько цветов, чтобы ну, отдохнуть тут на этом листе у меня, скажем так, не получилось. Как видите, вот здесь немножко бэкстича есть. И вот здесь вот. Но здесь он, видите, совсем я не меняла квадратный. А здесь я попробовала немножко все-таки сгладить эти углы, потому что ну, очень он такой у них квадратный, этот бэкстич. Не могу понять этого прикола. Допустим, вот тут, вот видите, тоже я не меняла, по схеме вышила, но совсем квадратный. Не знаю. И вот здесь. А здесь я уже немножко сгладила, потому что фон светленький, и это светлое, и так четко видно вот эти вот углы, но уже совсем глаз режет. Поэтому я немножко изменила. Не по схеме, а постаралась так сама немножко более-менее сгладить это все дело. А так вот такая красота получается. Следующие уже тут будут цветы побольше их. С этой стороны уже вот, как видите, есть полукрест. Есть он верхний стежок и нижний стежок полукреста. Ну, здесь только верхний. Наверное, дальше где-то будет и нижний. Сынуля, слазь со стола. Слазь, слазь. Куда ты лезешь? Получилось у меня суммарно почти 2 недели вышивала, но я же не вышивала. Там дня 3 вообще к вышивке не подходила. Вообще я считаю, что это наше хобби, оно должно приносить удовольствие. Заставлять себя вышивать как-то вот, не знаю, я не хочу. Я хочу, чтобы оно мне приносило удовольствие. И поэтому вышиваю, когда мне этого хочется. Вот не хочу, вот бывает такое настроение, когда я не хочу вышивать. Заставлять себя не буду. Бывает, вот экспериментировала, я думаю, ну заставлю, да, берешь себя за шкирки, сажаешь, вышиваешь, оно не идет абсолютно. То ли нитка путается, то ли еще что-то, но вообще не идет вышивка, если ты сама не хочешь вышивать. Поэтому... Нет у меня настроения, я себе занимаюсь другими делами. Вот. Могу там ниточки попериматывать, еще что-то такое там вышивки поделать, там поскладывать. Вот. То, на что так времени не хватает, то в такие вот моменты, когда отдыхаешь, можно этим всем заняться. Зато, когда вот есть настроение вышивать, то оно вышивается очень быстро. Вот у нас в группе в рамках марафона есть игра дуэли. Она недавно взяла свое начало. И очень интересно, кстати, дуэль. Объявляешь другому человеку, вызываешь на дуэль другую вышивальщицу. И кто больше вышьет, получит бонус. Плюс столько же крестиков, сколько вышло в зачет марафона. Плюс команде. Вот, и вы знаете, я вот вчера тоже принимала в этом участие, очень стимулирует вообще, такая интересно получается, кто больше вышьет. И вчера, за вчерашний день почти половину вот этого листа я и вышила. Конечно, вот посмотрите, эти пятна, это все, вот это разные цвета, вот, 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 здесь несколько оттенков идет. Вот такого коричневого, но это не один цвет, тут их вот несколько, они там буквально в тон друг от дружки отличаются. Вот здесь вот тоже вот этот светлый, но их тут несколько таких вот бежевых, видите, тут один такой потемнее, другой посветлее, в общем, такие намешали. Намешали, а тут уже смотрю, а тут еще и полукрестик придумали. Ну, конечно, интересно. Сейчас на схеме я вам покажу, как это все выглядит.
вот эта мешанина, вот, допустим, вот этот ромбик, вот, потом такой цвет, потом такой, потом вот этот. Ну, то есть тут вот эти два пятна, только здесь этот цвет присутствует. Вот. Ну, в принципе, справилась я с этим всем заданием. Одиночек здесь не было в этом цветке. Да и вообще здесь одиночек нет в этой картине, поэтому вышивается хорошо. Сегодня уже буду брать дальше Венецию вышивать. Поэтому уже следующий отчет будет мой по Венеции. Потому что муж уже кричит: давай Венецию, Венецию давай. Где она? Я ее жду. Вчера ходил вокруг, я в марафоне вышиваю, спешу эту картину. Хочется побольше вышить, а он ходит, бубонит: вот, вышивала бы лучше Венецию, быстрее бы вышила. Жму эти цветочки как-то никуда. А вот Венеция, это картина. Так я уже насмеялась. Ну, в общем, закончила лист. Сегодня уже к удовольствию моих жителей семейных буду вышивать Венецию шерстью. Эти полукресты любимые, эти горизонтальные, вертикальные кресты. И вот. Надеюсь, скоро закончить. В принципе, вот мой отчет на сегодняшний день. Всем спасибо за внимание. Ровных крестиков, шустрой иголочки. Всем пока.